Всем здравствуйте, меня зовут Глен Гого Абасоло. Я из Африки, в Габон. Я студент второго курса, поступил на медицинский, лечебное дело. Так, приехал сюда, чтобы учить, но мне для этого я хотел тоже зарабатывать, чтобы хорошо жить. Но ситуация у меня была такая, у меня не было времени, чтобы хорошо зарабатывать. Но когда я познакомился с компанией, которая называется Tiens, там я видел, что здесь есть возможность хорошо зарабатывать, даже если у нас мало времени. Еще есть возможность путешествовать. Есть карьерный рост, можно стать лидером. Я видел, что уже компания заинтересуется здоровьем. А я будущий врач, поэтому здесь есть мое место. Цель, которая у меня есть, я хочу в будущем построить свою поликлинику, чтобы, конечно, хорошо помогать людям. Хочу открыть офис в Габоне или в Париже. Поэтому здесь есть компания крутая. Спасибо.